Более 60 человек проживает на втором этаже общежития на Школьной 62, где и произошел случай с разрушением отделочных материалов в общем коридоре. Резкий грохот и шум. Так вспоминает о происшествии одна из жительниц дома Дарья Каратеева. Я находилась у себя в комнате и услышала шум. Я открыла дверь, я подошла ближе, но поскольку я была без очков, и увидела то, что случилось обрушение отделочных материалов, а именно это была штукатурка, гипсокартон, внешние отделочные, это все просто упало. Вот как стена выглядела на кадрах любительской съемки, снятой вскоре после инцидента. Оперативные службы выехали на место, так как дом 1952 года постройки, его коммуникации естественно изношены. Что стало причиной происшествия, в настоящее время выясняют специалисты, управляющие компании. В данном случае где-то произошла протечка, в данном случае мы выясняем причину залития, потому что гидроизоляция на третьем этаже сделана. Сейчас проверяем трубы, смотрим динамику. Отключили некоторые стояки, гидрант, пожарный гидрант, для того, чтобы понять, откуда идет вода. На текущий момент стена до кирпичного основания очищена от остатков строительных материалов, просушена, обработана противогрибковыми составами. Основная часть работ ведется в хозяйственной комнате на третьем этаже, где предстоит снять пол и проверить все от А до Я. На устранение ситуации отведены 7 дней. Составлен акт, в котором описаны вся ситуация описана, с жителями проговорили эту проблему, и они как бы вот в курсе того, что через неделю, 20 числа, у нас приемка этих работ. Вопрос на личном контроле у главы района Венцеля Валерия Николаевича. Само здание относится к старому жилому фонду, и подобные ситуации здесь, к сожалению, не редкость. Виной тому изношенные коммуникации, устаревшее оборудование. Депутат по данному избирательному округу Елена Разбиралова внимательно следит за происходящим на Школьной 62. Вчера встречалась с активистами, и было принято такое решение провести собрание жильцов, потому что здесь порядка 80% фонда приватизирован, то есть уже есть собственники. Вот. И выйти с инициативой о проведении капитального ремонта в целом. А пока жители общежития с нетерпением ждут окончания работ, связанных с обрушением стены. И они, по заверениям сотрудников управляющей компании, будут проведены в максимально короткие сроки. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».